Капитальный ремонт трубопровода ведется на участке от дома номер 2А по бульвару Любы Новоселовой до дома 11А по улице Маршала Жукова. Эта магистраль обслуживает несколько жилых домов, школу номер 10 и детскую городскую больницу. Стальные трубы, по которым совсем недавно проходили отопление и горящее водоснабжение, были проложены еще в 1991 году. За четверть века они сильно обветшали, что часто приводило к авариям и сбоям. Жители вспоминают, как из-за этого испытывали массу неудобств, периодически оставаясь без горячей воды. Постоянные прорывы, особенно на выходе из 10-й школы, там постоянные были такие протечки, целые озера собирались. Ну вот, наконец-то мы дождались новых труб. Ну все, хорошо, что теперь будет у нас все в порядке. По словам главы, капитальный ремонт проводится по современным технологиям. Отопление теперь будет подаваться по изолированным ППМ-трубам, а горячая вода – по термостойким полиэтиленовым. Я уверен, что вот такая современная технология позволит нам обеспечить постоянное водоснабжение и горячей водой, и теплоснабжение безаварийное на ближайшие 20-30-50 лет, то, что стоит в гарантийном сроке использования этих труб. На участке магистрали была нарушена изоляция. Именно поэтому и происходила утечка, отапливалась земля, а Одинцовская теплосеть несла значительные убытки. Кстати, работы по замене коммуникаций проводятся именно этой организацией. Хочу подчеркнуть, что бюджетные деньги мы на эту реконструкцию не тратим, все из собственных оборотных средств. Причем также видны изменения, мы уже не используем никакие подрядные организации, а создали свое подразделение, своей техникой, своими людьми, перекладываем и одновременно же контролируем качество выполненных работ собственными силами. В этом году в Одинцовском районе запланирована масштабная реконструкция теплосетей и котельных с использованием труб нового поколения. Такой стандарт мы будем выдерживать во всем Одинцовском районе. Там, где идет реконструкция в ближайшее время, там появятся такие трубы. По Одинцову эти работы ведутся и в Можайском шоссе, по улице Садовой. Здесь, по второму микрорайону, все стоит в плане, согласно той схеме теплоснабжения, которая была разработана в этом году. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».